Здравствуйте, девушка. Можно с вами познакомиться? Нет, парень. Да ладно. Да. Блин, такая красивая, я думал, вообще мечта, судьба. У вас парень есть? Да. Че, как быть теперь? А вы мне нравитесь? Никак. Можно как-то вас переубедить? Парень из тем подменится? Нет. Да я классный, правда. Нет, я тебе. Я куплю тебе что-нибудь. Парня ждешь? Давай мне машина классная. Идем покатаемся. Пойдем, я тебя прокачу, город покажу. Пойдем роллами накормлю в кальянную, что хочешь. Нет. Всем привет, вы сказали снимать мне все, что я делаю, поэтому я снимаю все, что я делаю. Вот Карина приехала. Карина собирается очень долго, и сейчас я вам покажу, как Карина выходит из дома и что у нее с собой все время. Каждый раз она таскает. У нас может не ходить в спортзал, потому что с собой у нее всегда три сумки. Раз, сумка. Два, это пакет какой-то, а-ля сумка. И третья сумка вот здесь. Это мы с Кариной зашли за хлебом. Просто идешь в магазин, вообще голодным нельзя ходить, знаешь? Вот такой вот у нас ужин получается. Прошел час где-то, да? Расскажи, как сложно было приготовить это блюдо? Сейчас включим что-нибудь на YouTube, как всегда. Какой-нибудь вложик. Хватит закрываться. Нет. Хватит закрываться. Я тебя сейчас выкину. Куда ты меня выкинешь? С кровати. За что? За то, что ты так делаешь. Покажись. Смотри. Ты же не голая. Скажи, давай, подписывайтесь на канал. Не за что. Ставьте палец вверх. И дай бог ты это положишь, Андрей. Карин. Как получилось так, что мы вместе? Тебя надо спросить. Почему меня-то? Ты написал. Ну ты же согласилась. Ты меня охомутала, окутала, угу. Завертела, закрутила. Да. Че ты закрываешься всегда на камеру? Я вот половинку себя показываю. Любовь с первого взгляда? Любви нет. Хорошо, что Карина хотя бы Ольгу Бузову прямо сейчас не слушает. На телефон очень удобно влоги снимать, потому что, блин, всегда под рукой, не нужно с собой таскать GoPro, кучу. Например, обычно я брал вот это с собой, вот это, батарейку запасную. У меня такой вот, ну, пакетик был с флешкой, потом, что еще? Потом сама камера, еще одна батареечка, например, я брал всегда с собой. Теперь это ничего не нужно и очень удобно. Я еще очень жду лета, чтобы просто вот так вот выйти в джинсиках и в джинсах ходить в какую-нибудь кожаную куртку, например, ветровочку и просто пойти уже. За окном очень солнечно, но всего плюс 2. Наконец-таки выперлись мы уже из дома. На улице очень хорошо так дышится, несмотря вот, хотя есть пар, но в люди плюс 2. Но солнце такое довольно-таки яркое. Посмотрите, какое солнышко за нами. Оно аж слепит прям. Мы сейчас решили зайти в этот вейп-шоп, Fox Vape Shop называется. Я особо не люблю вейп, блин, шумно. Особо не люблю вейп, но Карине очень нравится. Но в моем вейпе сломался вход, и он не заряжается. И поэтому мы уже два раза относили в этот Fox Vape Shop свой вейп, чтобы они нам его зарядили, то есть батарейки отдельно. И потом Карина еще 2-3 дня его курит дома. Привет. Привет. Я пришел все свой вейп зарядить. Да? Да. На часок. Вот у нас там или вход сломался, или что, ну ты помнишь, да? Что еще раз? Что-то вход там сломался, или что, девочка вот говорила. Да. И я решил к тебе занести, а вечером забрать. Можно будет? 2, 3, 4. Всем привет, сейчас 7 утра. Вот так, Карина просыпается на учебу.
Я вот сейчас смотрю ваши комментарии на последнее видео. Вот на это. Вчера он его залил и уснул. Так и не смотрел, что вы там написали. Очень приятно, что много лайков, потому что долго видоса не было. Я вам себя показывать не буду. Карина. Карина, где завтрак-то? Вот так вот Карина завтракает. Да, да. Один йогурт. Давай. Серия 2. Вторая серия. Карин, ты когда в спортзал? Я и сам себе говорю, что мне в спортзал надо. Тебе надо, мне не надо. В смысле, тебе не надо? Ты месяц проходила и все, что ли? Нет, я знаю, что мне надо. Ты всегда говоришь, что тебе надо, что ты летом похудеешь обязательно. Вот мы с подписчиками проверим. Андрей, я не толстый, чтобы куда мне худеть, отстань от меня. Аж мама, не горюй, тик-так, тик-так. Тебя окончилась, а за френда, это нон-стоп.